Здравствуйте. Мы представляем проект 6.3. Тема нашего проекта была разработка высокопроизводительной реализации метода Гаусса. Какие мы поставили задачи? Это изучить, собственно, алгоритм LU декомпозиции матриц, реализовать наивный вариант, изучить возможные методы оптимизации кода, попробовать применить полученные знания на конкретные задачи и исследовать нашу реализацию на устойчивость, скорость и точность вычислений. Для чего, собственно, вообще нужно, может использоваться? Ну, как минимум, если у нас идет работа с каким-либо изображением, то это всегда матрицы. И с матрицами охота работать быстро. Также наш проект был под процессоры компании Huawei, и перед нами ставилась задача, возможно, мы что-то интересное найдем, какую-нибудь там, не знаю, фичу, как можно это делать быстро именно под данные процессоры. Почему у нас мы будем делать LU декомпозицию, а написано Гаусса? Ну, LU-декомпозиция — это тема как бы разложения немного шире, чем просто метод Гаусса. Когда мы раскладываем матрицу, делаем LU-декомпозицию матрицы, мы можем очень просто за O от N, где N — размер матрицы, посчитать ее определитель, ну, в случае квадратной матрицы. Также LU-декомпозиция включает в себя один из шагов решения линейных систем. Немного о самом разложении. У нас есть входная матрица А, и нам нужно ее привести к следующему виду. Это произведение трех матриц. Матрица P — это матрица перестановки строк. Матрица L, которая в себе собирает все преобразования строк, а именно вычитание из одной строки другой и домножение какой-то строки на какое-то число. А матрица U — это уже, собственно, верхнетреугольная матрица, которая получалась, если мы бы действовали классическим вариантом, ну, методом Гаусса. Коротко об алгоритме. Сам алгоритм является рекурсивный и заключается в том, что мы исходную матрицу разбивали на подматрицы. Под матрицам применяли снова, ну, верхней левой подматрицы применяли алгоритм и спускались до матрицы размера, где там получался либо один столбец, либо одна строка. Для такой матрицы совсем тривиальное разложение. Поднимались выше и применяли полученные перестановки к оставшимся подматрицам, изменяли в соответствии с алгоритмом матрицы, подматрицы А2-1, А1-2, тут, кстати, опечатка, что матрица неправильно, верхняя, правая, должна быть А1-2. Изменяем матрицы и потом применяем снова рекурсивный алгоритм к подматрице, уже измененной А2-2, два штриха. Отлично, алгоритм разобрали, но какие способы есть его, собственно, ускорить? Ну, в основном ускорение заключается это эффективная работа с памятью и использование всех возможностей процессора и всех ядер. Ну, у нас варианты — это распараллеливание, использование симд расширения, ну, векторизацию, чтобы за одну инструкцию процессора мы там перемножали, складывали несколько данных. Использование ассемблерных вставок для того, чтобы медленные участки кода переписать, возможно, быстрее. И учитывать, собственно, саму архитектуру процессора и то, как устроена память. Ну, последовательно обходить матрицы. Ну, также можно по-разному итерироваться по матрицам. Как в первом варианте предложено обращаться к нужному элементу,
матрицей, вычисляя его индекс и обращаясь уже по этому адресу. Но такой вариант достаточно долгий, потому что данный цикл, который приведен, он является вложенным для двух, и то есть как бы тройной цикл, и в тройном цикле там вычисляется в самом последнем индексы, много перемножений, сложений индексов, и это довольно долго. Второй же вариант, он быстрее и оперирует с указателями. Второй вариант примерно в два раза по производительности превосходит первый. Также у нас матрицы в памяти хранятся последовательно, поэтому целесообразно было бы учитывать это, когда мы бы обходили матрицы, когда перемножаем, например, их, или решаем треугольные системы. Верхний пример — это плохой вариант обхода матриц. Время доступа к данным будет очень долго, потому что есть, когда мы хотим из памяти загрузить какие-то данные, загружается не одно число, а кэш-линия, сразу несколько данных. И есть такая вещь, как предвыборка данных, которая пытается предугадать, каким данным мы дальше обратимся, и загружает их в кэш. И последовательный обход в этом плане намного лучше, потому что и кэш-линия сразу загружается, и предвыборка хорошо работает. Что касается остальных вариантов оптимизации, на ассемблерных вставках это довольно сложная тема, и полное ее изучение довольно сложно реализуемое в рамках воркшопа. Векторизация тоже довольно сложная вещь. Мы пытались в своем проекте ее использовать, но каких-либо хороших успехов в этом не смогли достичь. Еще мы использовали распараллеливание, используя инструмент OpenMP. И теперь коротко об итогах, которые мы получили. На графиках представлены два вида графиков. Это время работы и гигафлопсы, то есть количество операций с числами с плавающей точкой в секунду. У нас 4 варианта алгоритмов. Тут представлено самый первый, который мы написали в первые дни. И его сравниваем со всеми остальными, которые уже потом дописывались, улучшались в ходе работы в воркшопе. По правому графику немного поясню. Обе шкалы логарифмические, и чем график ниже, тем у него выше производительность. Как видно, мы весьма, я могу сказать, неплохо ускорили данное умножение примерно в 12 раз по сравнению с нашим первым наивным вариантом. Однако хотелось бы хотя бы получить что-то лучшее, чем могла бы сделать обычный параметр для компилятора оптимизация O3. Как можно заметить, если мы добавляем оптимизацию O3, наш код довольно сильно оптимизируется и работает быстрее. Хотелось бы, чтобы наша программа с данной оптимизацией без нее работала примерно одинаково. Достигнуть той производительности. Что касается сравнения с библиотечными функциями. У нас также было два варианта программы. Один писал я, и еще один был написан вторым участником. Вот. Он использовал немного другой свой алгоритм и использовал в нем библиотечное умножение. В основном, самая медленная часть нашего разложения — это умножение. Также мы умножение брали у наших коллег из 6.2 и использовали их быстрое умножение в нашем алгоритме. На данном графике верхний график — это то, что написано вторым участником нашего проекта, а нижний график — это уже реализованная MKL-функция из библиотеки MKL.
Также, что касается исследований на устойчивость, сейчас я поясню по этим графикам. Мы брали случайные матрицы, делали их у разложения, потом немного изменяли матрицу. Ну, например, верхний левый график, мы ее изменяли значение, норму ее изменяли на 10 в минус 8 и смотрели, как изменится разность норм. Как можно заметить, появляются такие пики. Это значит, что данное разложение неустойчиво получилось. Ну, так как у нас нет ассоциативности на компьютерах. А плюс Б плюс С не равно Б плюс С плюс А. Какие у нас планы на будущее? Ну, на будущее хотелось бы... Лично я не совсем удовлетворен тем, что мы получили. Хотелось бы что-то более производительное, реализовать те варианты оптимизации, которые не были реализованы. Ну, то есть ускорить код как можно лучше. Всем спасибо за внимание. Мы открыты для ваших вопросов. Спасибо за доклад. Есть ли вопросы? Так, у меня вопрос. Я, видимо, вопрос подождет. Меня слышно? Да, слышно. Евгений Петрович, давайте вы сначала. Да, здравствуйте, спасибо большое за доклад. А можно вернуться к вашим графикам? Вот там, где у вас по производительности. Не здесь. Вот эти. То есть мне время от порядка, время в каких единицах у вас считалось? Время в секундах. В секундах. Хорошо, а вы с какими-нибудь библиотеками, стандартами на других процессорах сравнивались или нет? Ну, собственно, вот синий график — это использование... Не-не, я имею в виду на других процессорах, не на этом же процессоре. Позвольте, я прокомментирую. Да, пожалуйста. Вот этот график построен на моем домашнем компьютере шестиядерном, на удаленной машине 4 ядра. Ну, здесь 6 ядер, поэтому и там и гигафлопс больше, ну и побыстрее там, и так далее. Еще раз, этот график, это который оранжевенький или синий? Который оранжевенький, да. Он, то есть он, конечно, уже работает в библиотеке Intel MKX, но там вот, ну, я считал, там от где-то 10 до 30% хуже работает, вот. Не, ну если судить по графику, то тут на самом деле скорее там порядка 12-13%. Ладно, спасибо большое, понятно. Все, я закончил с вопросом. Можно дальше следующий давать. Есть еще другие вопросы? Тут вроде не сверлят больше. Так, Федор Анатольевич. Я как куратор проекта, ну, задам свой вопрос. Вот. Мне кажется, Сергей Юрьевич забыл сказать, вот у вас в планах есть это где-то разместить ваш код, может быть, после небольшой оптимизации? Да, конечно, как только он будет приведен в такой плюс-минус человеческий вид, будут изменены названия некоторых функций на более понятные, доделаны некоторые оптимизации, которые у нас в планах, он будет размещен на GitHub'е. Спасибо, понятно. Я так понимаю, что этот OpenBLAS — это открытое ПО, да? Да. И тогда у меня вопрос, а почему вы все с нуля начали-то? Можно же было Profiler, наверное, запустить на этом OpenBLAS и как раз переписывать там самые трудоемкие процедуры на ARM ассемблере. Тогда же хуже точно не станет. Ну, давайте я за себя скажу. Ну, было сказано, я тут небольшую свою модификацию алгоритма там сделал. Вот, поэтому пришлось все заново писать. Но там по пути все равно пришлось классические писать. Ну, для сравнений, для просто, на самом деле, для накопления какого-то там опыта. Вот. А ассемблер — это для меня слишком сложно. Вот, поэтому я предпочел... делать алгоритмические улучшения, нежели программные. Вот.
Я думаю, в принципе, пытаться улучшить то, что писалось многими годами людьми, которые занимаются этим, наверное, все-таки побольше, чем один месяц, это довольно сильное заявление было бы, конечно. И я сомневаюсь, что у нас получилось бы что-то. Ну, у нас задача стояла как бы попробовать реализовать какой-то свой вариант, посмотреть, вдруг у нас что-то интересное получится. Может, мы что-то свое там найдем. Ну, это, мне кажется, и вот если начинать с нуля, тогда, конечно, за 2 месяца не обгонишь OpenBLAS. А вот эти OpenBLAS разработчики, они, конечно, очень много труда вложили в эту свою библиотеку, но они же не оптимизировали ее на процессор Huawei. Вряд ли они над этим много работали, потому что процессор, видимо, он новый, да? Так что здесь как раз можно было бы использовать OpenBLAS как стартовую площадку и целенаправленно улучшать самые трудоемкие процедуры, чтобы они именно на процессоре Huawei работали быстрее. Ну, мне так кажется. Я в ассемблере не программирую. Вот. Так, у меня такая догадка. Ну, на самом деле, нам дали статью, в которой был алгоритм, по которому нам сказали, ну вот, попробуйте его реализовать. И, в общем-то, мы вокруг него все время и крутились. Вот. Ну, чтобы улучшать библиотеку, надо уже быть как бы специалистом по низкоуровневому программированию и знать хорошо железо, как бы. Поэтому тяжело среди участников таких иметь сразу звезд, которые будут на таком уровне заниматься улучшением.